такой кофте только мужчин на панель развлекать. По-вашему, это замечание? Значит, послушайте меня, пожалуйста. В этом учебном учреждении введена форма. Если вас что-то не устраивает, пожалуйста, ищите себе другую школу, где все будет по вашим правилам. Извините, а черная водолазка считается теперь чем-то вульгарным? Черная водолазка с вот этими вот разноцветными бусинами – это для дискотеки, а не для школы. Она своим вот этим вот внешним видом срывает мне весь учебный процесс. Может, проблема тут не в водолазке, а в том, что детям недостаточно интересно? Это вы что, мне будете указывать, как руки вести? У меня стаж в этой школе 25 лет. Извините, мам, ты скоро? А одеяние вот это вот развратное могли бы и снять ради приличия. В школе нужно учиться, а не прелести свои демонстрировать.